очень спонтанно. Я помню, я прихожу в зал и говорю: девчонки, знаете, мы будем делать свой дом. А у меня была тогда в свое время команда Barbara Steam. И мы очень много уже крутых вещей делали вместе, организовывали мероприятия, ездили на балы, вместе поддерживали друг друга. И я понимала, что это немножечко уже больше, чем просто команда. И что девчонкам нужна мотивация. Они сначала не ожидали такого поворота событий. У меня есть девочка Ася, Астея. Она вообще была в шоке. Она просто сидела и понимала, что? Какой дом? Она не знала, что делать, куда деваться. Господи, что это вообще происходит? Честно скажу, я ожидала другой реакции. То есть люди обычно реагируют по-разному, да, на какие-то сюрпризы. То есть кто-то может просто в негодовании, кто-то радуется. Они просто сидели и молчали. То есть они никакую эмоцию не показали. Они просто, мне кажется, они настолько привыкли к моим сюрпризам различным, да, что для этого, что этот сюрприз для них был таким, вообще как снег на голову. И я подумала: господи, может, что-то неправильно сделала, может, я какую-то вообще, может, я по-китайски с ними говорю. Но в итоге, как выяснилось, они были безумно этому рады. И это был действительно правильный шаг, потому что иной статус придал девчонкам уверенность. Я увидела, насколько они раскрылись, насколько они сейчас по-другому себя ведут и насколько это вообще нужно было для них. Что вопрос о создании дома, он как бы сам собой, да, и появился, и решился. Поэтому, наверное, это получилось вот так. Я предложила, и я увидела, что это было правильное предложение. Почему именно такое название? Фере? Да, мы очень долго думали. Мы сначала хотели называться Westwood. То есть нам всегда хотелось, чтобы имя отражало и фэшн-индустрии, чтобы это была ссылка к фэшн-индустрии. Нам хотелось, чтобы это было созвучно, чтобы это звучало. И в то же время, чтобы это отражало наше мировоззрение, да, чтобы это отражало нашу идеологию. И потом, я даже не помню, кто предложил, как это получилось. По-моему, мы просто чекали, да, названия брендов, да, различных. И вот как-то Фере нам сразу как-то откликнулось. Во-первых, это лаконично. У этого есть история. Феррум в переводе с латинского — это железо, сталь. То есть мы как раз леди с Урала, железные, стальные. И я подумала, почему нет? Почему не назваться Фере? И мы проверяли, не было ни у кого этого имени еще. Поэтому такое название. Мы слышали, что вы теперь international, а то и legend за рядом. Как так получилось? Ой, это очередная забавная история. Вообще очень здорово, что все события у нас в доме происходят как-то через эмоциональный диапазон такой зашкаливающий. Как-то мне пришло сообщение о том, что: Варя, ты знаешь, что существуют еще одни Фере в Америке? На что я очень интересно отреагировала. То есть мне, во-первых, информация никогда не поступала, и сколько бы я ни чекала, я не находила других Фере. У нас был съемочный день с моими Ферешками, и мы решили проверить, поискать на Фейсбуке, на просторах интернета, что же еще могут быть за Фере. Каким-то космическим образом мы нашли, наткнулись на Фазера, американского чаптера, KG Фере, и решили написать ему. Я написала ему, списалась с ним, пообщалась. Он как-то сразу вышел с меня на коннект, он как-то сразу мне ответил. И выяснилось, что да, они тоже Фере, что они существуют уже больше, чем 10 лет, что они вообще переоткрывались, то есть есть прямо родоначальники, фаундеры Фере. Это Жасмин Фере и Кристофер Милан. Они открыли этот дом, но, видимо, на какое-то время дом был приостановлен, то есть никто не занимался развитием. И вот эти ребята сейчас, KJ, в Чикаго развивают этот дом. Выяснилось, что 27 есть представителей в Чикаго и 19 в Техасе, да, вроде бы, в Техасе. Для меня это было такой неожиданностью, как и для него. То есть выяснилось, что мы не знали о существовании друг друга, но они видели нас на Ютубе. И как-то все не решались написать, то были заняты чем-то еще, какие-то еще были дела. И вот то, что мы первые им написали, для них это было очень приятным таким шагом.
После чего мы просто посовещались и решили, что почему бы нам не объединиться и не продвигать имя вместе, почему бы не развивать свою историю уже вместе, почему бы не строить вместе будущее. Именно поэтому, как выяснилось, Ферре уже имеет статус Legendary. И поскольку теперь мы и в России, и в Америке, дом приобрел статус International, и мы теперь International House Ferre Legendary. И я, конечно, Mother Russia. Ну вот, как-то так получилось. Такая вот интересная история с International House. Мы приобрели своих братьев в USA.